Сочи Водоканал обслуживает более 140 тысяч абонентов. Значительная часть из них оплачивает услуги по водоснабжению и водоотведению в полном объеме и в установленные законом сроки до 10 числа следующего месяца. Вовремя полученная оплата позволяет своевременно и качественно эксплуатировать централизованную систему водоснабжения и водоотведения. Для поощрения добросовестных абонентов в Сочинском водоканале проводится конкурс «Лучший плательщик года». А вот кому повезет получить приятный бонус, решает компьютер. Программа выбирает только тех, кто своевременно производит оплату до 10 числа каждый месяц. Это случайная совершенно выборка, в нее могут попасть все жители города Сочи. А дальше уже, опять же, случайная выборка из вот этих 10 тысяч абонентов-счастливчиков выбирается еще 10, вот, и которые уже получают денежные призы. На лицевой расчетный счет таких счастливчиков зачисляется по 5 тысяч рублей. Этой суммы хватит, чтобы целый год пользоваться водой бесплатно. В число добросовестных плательщиков в этом году попала и Алевтина Гарус. Это очень хорошая подмога для семьи, вот, особенно когда имеются инвалиды. Поэтому, значит, благодарны водоканалу за такую инициативу. На предприятии отмечают, добросовестных абонентов с каждым годом становится все больше, а значит, и Сочи Водоканал может предоставлять гарантированную эффективную работу и своевременно решать задачи по улучшению качества водоснабжения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.